Ребята, мы с вами живем на большой и красивой планете Земля. Но наша Земля, она не единственная во всей Вселенной. Вокруг нее расположено множество других планет. И об одной такой маленькой, но очень интересной планете я хочу вам сегодня рассказать. Эта планета называется Меркурий. Свое название планета Меркурий получила в честь быстроногого древнеримского бога Меркурия, покровителя богатства, прибыли и торговли. Несмотря на то, что планета Меркурий очень маленькая планета, на самом деле она очень тяжелая. По весу она превышает планету Земля в целых 15 раз. А все потому, что она состоит из железного ядра, мантии и коры. Поверхность Меркурия вся усыпана кратерами. Кратеры – это большие и маленькие углубления, полученные вследствие падения на нее других космических тел. Несмотря на то, что планета очень близко расположена к Солнцу, на ней действуют очень резкие перепады температуры. Ночью на планете очень холодно. Температура достигает минус 180-183 градусов. А днем, ну, нестерпимо жарко. Температура плюс 430 градусов. На этой планете нет ни воздуха, ни воды, ни растений, ни животных, ни людей. На ней нет жизни. Друзья, скоро Новый год, и наша с вами космическая елка уже готова. Мы с вами празднуем Новый год на Земле всего лишь один раз. А если бы мы с вами жили на этой чудесной планете Меркурий, то Новый год нам пришлось бы праздновать целых 4 раза. А все почему? Потому что на Меркурии год равен всего 88 дням. Это 2,5 месяца на Земле. А узнать как можно больше об этой планете вы можете из наших замечательных книг, которые вы найдете в Центральной детской библиотеке. Приходите, берите, читайте, узнавайте. Thank you.